Здарова, мужики, с вами сегодня Дрю, и мы все замерли в ожидании начала лучшего боя на Т-95 в истории World of Tanks. Ну, может быть, это не лучший бой, но просто я решил назвать именно так это видео, потому что мне нужны просмотры. Я жадный, алчный засранец. Ладно, неважно, бой сегодня будет поистине эпическим. Сегодня наш главный герой смотрит себе в дуло, танкует, набивает дамаг. И это Bloody Rush, он же Хомяк62РЗН. Что за никнейм вообще? Я сегодня импровизирую, поэтому заранее прошу прощения за заикание, причмокивание, припукивание, за заходы мамы в комнату с криком «Андрюша, ты сделал уроки?» Прошу искреннего прощения, ничего не могу с этим сделать. Все, суфлер у меня нет, и бой начинается. Т-95, давайте назовем составы команд играющих. Ну, как в футболе, чтобы все было. В команде нашего главного героя Bloody Rush играет сегодня Сергей 7272, Металлосплав, The Raiden. И но молод, и очень опасный вообще парень, просто самый агрессивный. Слава НПВ-666. Я никогда не понимал, что значит 666 в никнейме. Я просто представляю человека, который сидит, регистрируется в танках. Так, ник Слава занят, что же мне сделать? О, приписка 666 должна решить ситуацию. Это покажет, какой демонический, какой мощный и смертельно опасный. Да, действительно, очень страшно. Вот. Ну, еще мне в команде Дима 2000 играет. 2000 это, конечно же, КПД, не год рождения. Что? Нет, это все-таки год рождения. В эту игру можно играть парням, которым уже 12 лет. Мы видим динамику, просто 13 км в час. Ломает железную дорогу, это огромная хрень. И знаете, в чем дело? Все дело в том, что американцы поскупились на двигатель. Не в том, что Т-95 весит 90-100 тонн, как Маус и Е-100. Нет! Дело в том, что здесь стоит очень слабый двигатель. Просто поскупились, и поэтому она такая медленная. Как, в принципе, все американские тачечки. О, это 44 хорошо ловит на 705. Продолжает движение наш бронированный черепах, арматурина огромная. И тут сзади подкрадывается такой Т-69 с криком «Сейчас засосу фраг с барабана, хорошо!» И он действительно отправляется засасывать фраг с барабана, потому что фраг — это самое главное в этой игре. Фраг — это почти 800 урона, как по КПД-то считать. Такие дела. Но нет, нет, нет. Т-69 просто выманивает вражеского атамана Чувашии на Т-44 под нашего главного героя. Он взрывает его своей мощной 150-миллиметровой, я бы сказал, ерунделки. Ну, я просто не знаю, как назвать это милое орудие. Оно такое нежное. Вот серьезно, американские орудия действительно нежные. Ну, посмотрите на него. Оно даже синего цвета в этом камуфляже. Это очень красиво и эстетично. Я так считаю, во всяком случае. И с трисником Серж34 пишет: «Ну, жена, помощь!» Вот знаю, я люблю этих ребят, которые забираются в самую большую задницу на карте, где 10 танков противника, начинают от них отбиваться. F7. «Ну, жена, помощь!» Прямо в борт башни Е-100 кидает на 728 наш Т-95. Как вы видите, Альфа вылетает всего лишь 700 с чем-то, потому что наш танк не советский. Ну не советский, не будет здесь 900 Альфы. Ладно, я не сторонник теории заговора. Давай в гуслю с подпалом. Фашист! Нет, фашист вообще на 669. А еще говорят, что американцы имбовые. Нет, танкует рамбом и отлично вытанковывает выстрел от ЯКПЗ Е-100. 183 мм орудие ЯКПЗ. Кидает на костре. В левую сторону, давай, с подпалом. Нет, с подпалом не получается, но вылетает 800 альфы. И это хорошо. Это лучше, чем мог ожидать наш главный герой. И ЯКПЗ разбирает борт. Счет 4-8, несмотря на все его старания. На 3500 нанесенного урона команда делает все для того, чтобы слить. Он просто старается. Я просто вижу парней, которые... Так, он нанес уже 3500 урона. Ну, так, по моим расчетам, я должен нанести 0. Хорошо. Оп, раз, два, три. Выполнено, я сделал 0 урона. Отлично, статист, тащи. Просто на зло статисту, понимаете? Хорош. Минус стикс 2. Ликвидирует он арчат. Какая разница, арчат, бачат, большая. Арчат коричневенький. Не спрашивайте меня почему. Просто коричневенький. Кто-нибудь любит коричневый? Кстати, у меня была идея. Почему разработчики выбрали именно коричневый цвет для Арсау? Подумайте как следует. Почему коричневый? А, кстати, для ПТ голубой, так что не расслабляйтесь. 805, хорошо вошло. Хорошо вошло, 805. Именно голубой для ПТ САУ, понимаете? Голубой цвет, он что-то символизирует. Свободу, равенство и справедливость? Нет, просто нет. Что-то другое. Что-то не очень гетеросексуально. Ладно, неважно. Тигр получает 725 на борт. Уже 5529 дамага влил наш главный герой, наш хомячок, наш хэмстер 62РЗН. Кстати, на аватарке у него хорек стоит. Это немножечко лишнее. Ну давай, хэмстер.
Кидай в деда, кидай в деда, танкуй, танкуй, деду боеукладку давай. Нет, всего лишь на 660, на 685 вставляет он. Ничего не может сделать, вот эти 95, мощный лоб. Ну, мы все знаем, посмотрите, сзади он выглядит просто как машина смерти. Две пары гусениц, брутальный лобешник и орудие, похожее на рапиру. Давай, ой, 717. Ну да, с альфой немножко не повезло, и из 3 остается в живых. Счет 8-10. Очень-очень экшеновый бой на Т-95. Что отлично, взрывает С-8 Ерегена 57. Я надеюсь, 57 это не год рождения. Искренне надеюсь на это. Потому что это Ереген 57, он старый получается. Ох, хорошо получает дед восьмой в борт от мощного. Просто гамбургероед проясняет на 731. Начинает откатываться назад, скорость минус 6 км в час. Ну, вы это видите? Я даже не знаю, возможно, я бегаю быстрее. А, все знают, какой я толстенький. Я бегаю быстрее задом. Вот, и в чат пишут сообщение Т-95. Пожалуйста, отсношайте орально. И тут Т-95 не дает себя отсношать. И просто с вертухаром по 50-120 кидает. Кстати, и танкует рампом. Посмотрите, какой-то четкий ромб. Четкий ромб. 50-120. Ну давай, высаживай барабан. Давай, 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 высаживай. Ох, все-таки в НЛД выцелил, да, французский круассан? Сейчас ты получишь нос под палом тебе. Давай домой, назад. Назад свой Марсель проваливай. Барабанчик французский. У нас остаются 3 противника против 2 игроков нашей... Чем же все это закончится? Что же в конце-то произойдет, в концов? Бузувер уничтожает Фьюрика 2013. Хорош! Без силуэта, минус Хельсинг делает наш герой. Но, однако, слился Фурик, он остается 1 в 2. И С-8 просто не смог нанести урон. И очень тяжело на Т-95 вытащить 1 в 2 из-за низкой динамики. По-хорошему, сейчас нашему герою притереться бы спиной к чему-нибудь. Просто встать спиной, ломает столб, все, больше нет освещения. Тьма, его союз, 748, он полный, еще 2 выстрела минимум придется делать. А сзади заезжает тигр, что же будет делать хомяк, что же он сможет сделать? Назад отъезжает, и назад нельзя, и вперед нельзя, и тут бойница. Ситуация близкая, безвыходная. Сможет ли он еще раз кинуть по ИСу-8? Да, на 900, альфа хорошая проходит, уже 11 000. 270 урона нанесено. Пытается вытанковать тигра. Пытается. 613 хп вряд ли ему хватит для этого. Ну давай же, добей ИСа-8. Давай. Хорош! Один в один, Бузувер. Против тигра 2 остается. Ему надо пытаться выехать. Но нет, тигр его подпер, и тигр весит достаточно много для того, чтобы его ликвидировать. 11422 урона нанес наш главный герой. И, к сожалению, слил бой. Как мы видим, в этой игре как бы не говорил серп, что... Отрастил скилл, имеешь право нагибать. Нет, все по-другому. Отрастил скилл, имеешь право страдать. Мы видели страдания нашего главного героя на черепашке. Черепашка страдает. Звоните в Greenpeace. Ну что ж, с вами был Дрю. С вами была передача «Железный капут». Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И, пожалуйста, выпивайте что-то типа валиума, прежде чем нажать кнопку в бой. До скорого, удачи!